1963 году Татьяна Смирнова стала лауреатом международного конкурса пианистов имени Роберта Шумана. Игра Татьяны Георгиевны восхищает. И еще Татьяна Георгиевна стала автором уникальной работы для пианистов Русской исполнительской школы. Александр Скрябин. Две поэмы. Сочинение 69-е. Исполняет Татьяна Смирнова. Thank you.
текстов, написанных Александром Николаевичем Скрябиным, и датирован он 1915 годом. Вот как недалеко ушло то время, когда Николай Яковлевич Мясковский в 13 году написал вот те романсы, которые мы сегодня слышали. Но совсем другой тип мышления, все другое. Но все равно прекрасно. Дмитрий Шостакович, «Пять прелюдий», опус 34.